Жигулевская кругосветка, прохлада ширяевских штолен, рассвет на горе Верблюд, а также велопробеги по Самарской Луке. Полеты на дельтапланах и прогулки под парусом – самые популярные приключения среди самарцев и гостей города и области. В Самаре работают 27 клубов, которые организуют экстремальный отдых на любой вкус. Но безопасность такого досуга сейчас под вопросом. Именно эту тему поднимают на общегородском совещании в администрации. Глава города Олег Фурсов предлагает встретиться с руководителями клубов и сотрудниками МЧС. Должен быть такой хороший предметный разговор, потому что проверить за короткое время всех не удастся, безусловно, таких сил у нас нет. Но как бы вот привлечь внимание к этой теме просто необходимо. Люди, так сказать, сами там летают, но когда они оказывают услуги, да, они должны, по крайней мере, четко понимать о том, какие меры предосторожности, безопасности должны существовать. И должна, конечно, техника безопасности соблюдаться. Безопасность во главе угла в летних лагерях. Комиссия регулярно выезжает во все 80 муниципальных лагерей. Грубых нарушений нет, замечания уже исправлены. Также по инициативе главы города Олега Фурсова за каждым лагерем закреплен ответственный из числа руководителей департаментов и подразделений администрации. Такой подход дает позитивные результаты, подтверждает в своем докладе руководитель департамента образования. Тогда директора в тонусе, когда они знают, что в любую минуту к ним могут приехать, и уж совершенно точно обязательно в течение смены кто-то подъедет. Да, еще я собирала руководителей комбинатов питания, которые занимаются лагерным питанием, потому что это тоже вопрос безопасности. В течение 2 недель обследуют городские озера, пруды, а также карьеры, заполненные водой. В жаркие дни в них купаются дети и взрослые. А это небезопасно. Там, где возможно, дно почистят и подготовят к купанию. А где оборудовать полноценный пляж не получится, появятся таблички «Купаться запрещено». Павел Баймаков, Марина Матвейшина, Григорий Плешаков. События.